Когда встречаются ягуары и кайманы, обычно остается только один победитель, но это не значит, что кайман легко сдастся. Сначала ягуару надо поймать каймана, который тоже обладает смертельно опасными челюстями. Для ягуара это очень тяжелая задача, и многие попытки заканчиваются неудачами. Но наконец-то этой самке ягуара удалось поймать крупного крокодила, и в воде между ними завязалась борьба. Кошка, похоже, решила утопить крокодила, но само собой эта тактика не сработала. Измученный подводной борьбой, ягуар придумал план получше. Он просто вытащил каймана на берег, и тут у него шансов нет.